Итак, друзья, всем привет. Сегодня свершился день, когда мы обзавелись транспортом за границей. Наш первый транспорт. Правда, пока со спущенными колесами. Но все же транспорт. Лучше, как говорится, хуёво ехать, чем хорошо идти. Алексей счастлив, посмотрите на него. И я нашел себе вот такой вот велосипед. А-ля GTA San Andreas. В детстве у меня был подобный велосипед. И вот сегодня у меня он опять появился. Он оборудован, видите, метелкой и зонтиком. Почти как Rolls-Royce. Я не могу выразить свое счастье. Тут даже есть такая функция. Сука, не работает. Педальки сворачиваются. Все работает. Скоростя переключаются. Сейчас подкачаем колесики, смажем их. И будем шурстрить по этой Корее, как никогда. И успевать все в 10 раз быстрее.